68-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков празднование получилось с традиционным размахом. Ветеранов встречали цветами, поздравлениями и оркестром. Сами ветераны, несмотря на возраст, чувствуют себя хорошо. Говорят, приятно, что спустя почти 70 лет об их подвиге все еще помнят. И всегда рады поделиться с молодым поколением воспоминаниями о войне. Очень радуемся, что вот дожили до этого дня. Это благодаря героическому подвигу советского народа. Два еще там освободитель Донбасса. Осталось уже мало. Саур Марилович, Миуса мы начали. Миус фронт. Макеевку, Донецк освобождал я. Я за вами буду. Большие рогачки мне там уже ранило. Память об освободителях нашего края, которые не дожили до этого дня, почтили минутой молчания. Кроме ветерана Великой Отечественной, под лозунгом «Никто, кроме нас», у мемориала собрались участники боевых действий в Афганистане. Говорят, пришли поддержать стариков и показать единство украинского народа, а также помочь воспитать молодое поколение в духе патриотизма. Мы показываем молодому поколению о том, что тех людей, которые действительно отстояли честь, достоинство этого государства украинского, тех людей, которым они обязаны своей жизнью. Завершили торжество возложением цветов к мемориалу и оружейным залпом. А прямо к памятнику твоей освободителям Донбасс после возложения десантировались несколько парашютистов. Спортсмены сделали праздничный прыжок впервые за последние 10 лет. Говорят, раньше такое мероприятие было ежегодным. Я на эту площадку уже прыгал неоднократно. Последний раз, к сожалению, это было давно. В году, наверное, 2000 или 2001. И эти праздники регулярно проводились совместно с нами, с парашютистами. Забота о ветеранах не ограничится сегодняшним днем, говорят чиновники. В течение всего года обращения участников Второй мировой уделяют особое внимание и стараются помочь в решении любого вопроса, вплоть до бытовых мелочей. И мы понимаем, что как мало их осталось и, как извиняюсь, конечно, как мало им осталось. Поэтому уже стараемся, по крайней мере, помочь все сделать. Где-то газ, где-то воду, где-то какой-то счетчик установить. Вроде, казалось, бытовые мелочи, но этого, конечно, они не должны таких трудностей испытывать. На празднование были приглашены более 400 ветеранов. Однако пришли чуть больше половины, говорят руководители области. С каждым годом участников боевых действий становится все меньше. Поэтому сегодня нужно всячески поддерживать и уважать их, считают в областной администрации. Дмитрий Шибалов, Алексей Костюк, «Панорама».